Всем ассаламу алейкум. Друзья, коллеги, вот и лето наступает потихонечку, помаленечку. В прошлом году, напоминаю, я работал тогда на Комфорт Плюсе. В этот год уже по-другому. Следующий обязательно, иншаллах, будет тоже по-другому. Вот она, черная акула стоит. Только что один брат сфотал ее отсюда и скинул мне, говорит, стоит. Вчера ночью намыл. Нормально так помыл. Так-то, ничего себе блестит. Все есть, водичка есть. Машина чистая. О, намыто, заправлено. Сегодня у нас пятница. Буду работать две смены. С утра до обеда. После обеда отдыхаем. Вечером выскакиваю. Вечером где-то часов 6-7. И на 12 часов. 12-часовой промокод. Бахнем. И будем топить до утра. Иншааллах. Сегодня постараюсь джума сходить. Очень сильно постараюсь, очень хочу, но последние полгода, так сказать, не ходил. Буду с вами откровенен, не ходил. Да, знаю, можно было найти в любое время там. Всегда можно найти время на это. Но, видать, у меня что-то внутреннее состояние из-за этого не получилось. Но сам себе поставил цель. Всегда теперь ходить. Иншааллах. Сегодня постараюсь. И каждую пятницу буду стараться попадать и доезжать до мечети. Поэтому обязательно пальцы вверх. Подписку на канал, пожалуйста, друзья. Пожалуйста, я вас прошу. Столько людей смотрит. Ну вы подпишитесь по-братски. Либо. Подпишитесь еще раз. И пальцы вверх поставите. Это означает не то, что я много лайков собираю, а это означает продвижение ролика. Чем больше пальцы вверх, да, ну то есть лайков, чем YouTube будет рекомендовать другим людям. Поэтому я для этого и прошу, а не для количества. А либо, если вы не хотите поставить пальцы вверх, берите эту ссылку и отправляйте друзьям там в WhatsApp, Viber, туда-сюда, Telegram, скидывайте, говорите, вот, смотрите, бизнесмен, ёка. Ну, то есть, бизнесмен. Скидывайте им, пусть они смотрят. Ну, если они YouTube смотрят, имеется в виду. Так заставлять тоже не нужно. Но скажите, посмотри там, пальцы вверх поставь туда-сюда. Все, я вас только об этом и прошу. Только об одном. Много людей смотрят без подписки. Это не есть хорошо. Уже больше года веду YouTube. Еще 3000, еще 5000 подписчиков нету. Почему? Не знаю, надо у вас спрашивать. Почему? Поэтому давайте активнее, братья мои. Я вот снимаю уже вот третий или четвертый день, не выпускаю. Я, блин, думаю, стоит ли снимать, стоит ли выпускать. Единственный, один человек мне написал: ассаламу алейкум, брат, когда новый ролик? Вот это меня, так сказать, смотивировало. Поэтому пишите комментарии, пальцы вверх, уже 3 минуты. Я стараюсь укладывать это все воедино и не больше там 15-20 минут, но не получается. 25 это самое оптимальное, я считаю. Я сам даже когда смотрю, ну, блогеров, да, скажем, таксоблогеров, 20-25 минут идеально. Кушаешь, смотришь, ну чуть-чуть перематываешь, кушаешь, смотришь, и все. И вот и накушался, как говорится. Все, пальцы вверх. Ну что, мы начинаем, погнали. Друзья, если вы ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт Парк. Почему? Да потому что они из крупнейших парков, которых я встречал и в которых я работаю.
Знаете, на данный момент сколько у них заказов выполненных? 19 миллионов. Я сейчас вот сюда скриншот поставлю. Экспертпарк — крупнейший партнер Яндекс доставки, такси, а также сотрудничает с Яндекс едой. Если вы хотите работать легально, ищите надежный парк, то я вам рекомендую Экспертпарк. Сниженная комиссия 40 рублей в сутки, моментальные выводы, 4 способа вывода, выбирай, который именно подойдет тебе. Бонус. Приведи друга, 1500 рублей в кармане. Поддержка работает у них круглосуточно, я сам лично проверял. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка. 50 рублей в сутки, напоминаю, 50 рублей в сутки, если не работаете, не снимают. Переходите на сайт Экспертпарк, звоните, уточняйте. Так что все ссылки в описании, дерзайте. А мы что, погнали дальше работать? Не, ну вот это, конечно, заказище. Ну-ка. 11 км, 11 минут, 1:23. Скажите, надо было брать, но нет, шарик сейчас не хочу. Там будет пробка, ну точнее быть, будет не будет, но я встряну в шарике. Надо ехать сейчас топить в центр. Так я что, на линии вышел на линию, проехался сходню Химки и вот только что скинул заказ. Но это не есть хорошо. Пробок 1 балл, 0 балл было. Так, едем в центр, делаем коротышей. Братья, я просто в шоке. Знаете, который заказ в шарик? Смотрите, раз — шар, два — шар, три — шар, четыре — шар. Вы что там? Я хочу в центре гулять. Спасибо. Спасибо. Погода просто шикардосная. Шариков 6 и 1 Домодедово. Заказ отменен. Ну, друзья, вот это, наверное, возьму. Можно объяснить, почему? 5-6 км, ладно, бог с ней. Перевозка домашнего животного. Будут ждать? Будут. Здравствуйте. Напишу на всякий случай. Блин, надо работать. Ленинградский проспект. Вкусно? Очень. Спасибо. Освежитель? Ну, как освежитель? Парфюм? Да, чуть-чуть. Ну, если сильно нравится, могу показать. Я этого и жду. А? Хорошо. Вот такая вот. Это как парфюм, да, для людей? Да, это для людей.
Вроде бы да. Если хотите, можете пообщаться. У них много вкусов, вот М120, вот этот, именно этот вкус есть. А. Да. 16 минут, 1300. Без коэффициента. И следом заказ. Ладно, я тебя вижу, да, по-братски. Заказы кидает просто с коэффициентами мощными. Рублевское шоссе. По идее, там должны загореться сейчас кафе. Загораться кафе. Поэтому топим, чё. Кстати. Ну ладно, окей. Хорошо, без проблем. Вот здесь я лежал неделю. Здесь я ногу оперировал. А вот здесь я лежал неделю. Смотрите, это я возьму. Почему? Да потому что я стою на хорошем месте. Он ведет, рисует вообще по-другому. Ну, то есть, имеется в виду, не такой километраж будет, а чуть поменьше, потому что я стою на развороте. А он считает, что я в тоннеле. Ну-ка. Ну да, конечно. Конечно. Отменяю. Да. Вот сейчас перестроился. Он слева от нас заказ. Смотрите, этот же заказ кидает, видите, 4-10 минут. Вот 4-4 км. Все равно взял. Отменят? Я думаю, не отменят. Ну, посмотрим. Так. 20. Блин, я хотел закрыться. 20 минут 1500. Коллеги мои. Вот это. Вот это мейнсери. Очередной коротыш на 10. Ой, на 9 минут. 540 рублей. Просто. Центр. Я разочарован. Ну ладно, зато мы в прекраснейшем виде. Что? Почти 800 рублей. 6 минут. Нормалды. Житная улица. Житная. Житную закинем и поедем в проспект Мира. Да. Оттуда поеду в проспект Мира. 25 минут. Думаю, успею. Как вам? Мощь. Не? Не мощь? Блин, какой радиус? Я того рот, наоборот. 37X, чё? R24. Ошалеет. Да. Барбос. Не Брабус, а Барбос. Это что-то с чем-то. Можно не поднимая залезать под ней. 19 минут. 1170. Так, куда мы едем? Угу. Как мне быстрее попасть сюда? Конечно же, с
разворотом. Покажи мне, пожалуйста. Да. Я... Опа, сюда и сейчас развернемся мы по-другому. Пропустим сейчас этих товарищей. И сюда развернемся и на Садовое кольцо. Подводя итог, промежуточный 4 часа 12 минут, 4500. Как-то так. Вообще начали на расслабоне. Сейчас лечу в мечеть. Быстренько прочитаю молитву и домой. Ну, нормально, оттуда своим ходом дерну и все. Так что на связи, коллеги. С кайфом. Припарканул сюда. Так, закрыть не забыть. Все, закрыл. А, номер оставил, если вдруг кто-то захочет выехать. Здесь бесплатная парковка, так сказать. Ну, вроде бы никто не выезжал. Всегда ставлю, как бы, никому не мешаю. Ну, чуть ниже всегда были места. Сегодня чуть позже приехал. Показать, где я. Сейчас. Вот в этом месте. Мечеть здесь. Пешком нужно дойти. Ну, сейчас зайдем. Тут недолго идти. 10 минут. Нормально. 5 минут ходьбы. Вот на мечеть. Я надеюсь, успеваю. Время половина. Заходим в мечеть. Там священное место. Смело. Салям алейкум. Салям алейкум, яшмаларлар. Обувь я всегда ставлю на видное место, чтобы раз-раз будет просто толпа народу. Так, примерно. Давайте сюда. Вот так. Все. И заходим. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Еще раз. Что, после пятничной молитвы? Ровно около 2 часов здесь пробыл. Нормально? Душа спокойная. Вышел. Сейчас спокойненько доеду до дома. Отдохнем до вечера. И вечером выскочим на 12 часов.
Ну что, до включения? Вот это аппаратище. Можно сесть на нее и газануть? Можно, нет? Пожалуйста. Погода шепчет, просто шепчет. 41-й, 45-й. Коллеги, немножечко проспал. Немножечко, это у меня 8.25. Выскакиваем на линию. Бисмилля. Через 14 тысяч замена. Но это 15 тысяч. Я каждые 10 тысяч делаю. Так, чё? Едем. Шарик. Шарик горит. Бисмилля, выйдем на линию. В надежде, что кинет. О! Вот это музычка, конечно. Ну, прям в темку. Ну что, друзья, заранее прошу от вас пальцы вверх, подписки на канал и колокольцу. Все, погнали рубить бабосики. Бисмилля. Чуть-чуть прохладно. Я лучше сорвусь связки, чем тормозну концерт. Плевать тебе на окраинах или в церкви. Проводник сам кинул. Я уже хотел сам себя заказать. Исключительно в качестве Сенцова упала на 70. Блинчики с правильным рэпчиком. У меня в речи много непонятных словечек. Сведение, мастеринг, компрессия, стерео. Мама твердит, мол, твои сверстники давно семейные. Здесь неизлечимый трудоголик, фанатик. Если по... Smell the roses. Первый заказ. Берем, потому что промокод нужно включать. Получается, проехал я разворот, не доезжая вот Лукойла. Выключаем проводника, он кидает прямым рейсом, потому что машин мало. Вот, не нужно ехать, заезжать, разворачиваться. Просто проезжайте вот этот разворот, выключайте проводника и по бизнес-тарифу. Ну там скидывает прямым рейсом. Поэтому имейте в виду. Че, смелять, начинаем. 2 минуты подачи. За 2 минуты можем включить промика с, от самого меньшего. 7 июня заканчивался. Все. До 8:44 утра будем работать. Блин, братья, у девушки сумка была в багажнике. Я не стал включать камеру. У нее оплата наличкой. 3300... платную дорогу я оплатил. 3321. Пятерик дает, говорит, сдачи не надо. Пушка-бомба, чё? Доехали, отлично. Сюда карман. Сюда, Чиназас, сюда. Чиназас. Вот от начала. Так, что получилось? Сколько чай? 1700 примерно чая. Пушка, бомба же есть. Так, что там у нас? Следующий заказ. А, из Башни Федерации. Мега пушечный заказ. 5 минут 400. Минималочка, зеленочка. Ошалеть. Где? Коэффициент горит 1.3. Ага, вот он. Королёв. Кто-нибудь хочет Королёв? Ладно.